И вот будем ходить по подобным местам. Вон, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здравствуйте. Здравствуй. Всем привет. Хороший день для рыбалки. Сегодня будет у меня разведка, а именно разведка по карасю. Сегодня я планирую половить на удочку, на поплавочную удочку. Именно на ручье или микроречке. Там вообще маленькая-маленькая речушка. Так вот, телефон отвлекает. Я здесь был, получается, на этой реке крайний раз, это 2 года назад было. По карасю было просто восхитительно. Карась был шикарный, крупный. В общем, то, что надо. И вот надежде, то, что сегодня будет он клевать. Вокруг просто красота нереальная, тепло, хорошо. Ну как тепло? Плюс 8. Не так, как было в апреле, когда я был. Ну и на том спасибо. Буду сегодня ловить на червяка, на парика. Ну, в принципе, у меня больше веры на самом деле в червяка. Надеюсь, он будет сегодня клевать. Погнали. Ну, наконец-то притопал. Давненько уже здесь не был. Блин. Очень надеюсь, что будет сегодня рыба, потому что здесь вот как обычно, или пан, или пропал, или есть, или вообще ничего нет. Поэтому будем сегодня пробовать. Сперва вот здесь попробую, а потом иду уже по микроречке туда уже вниз. Давай собирать удочку. Так, удочка у меня на сегодня. От Nord Stream Alliance. 5-метровочка. Я сюда пока не ставил поводок, потому что не знал, на какую рыбу пойду. Поэтому пока без поводка. Что довольно приятно, кстати, здесь скользящие кольца. В этом плане для меня даже немножко необычно. Ладно, вот здесь на наконечнике, но вот когда вот раз, два, три штуки, уже необычно для меня. Ну и сам по себе удочка довольно легкая. А просто как она на рыбе себя покажет. Так, поводок нужно сделать с такой лески 0,16, потому что здесь рыба бывает хорошего размера. Я бы даже сказал бы приличного. Поэтому так. Вот будет так выглядеть. Сам бы ел. Насколько помню, в этом омуте довольно глубоко, поэтому сразу глубину приличную выставлю. А, да, кстати, забыл добавить, здесь черная вода. Смотри, сразу выставил глубину, уже цепляется за что-то. Есть. А вот и первый карасик. Какой малютка. Я смотрю, как-то нетипично поклевало. Вроде придавливает, потом в сторону повело. И он у нас. Так почему такой маленький, непонятно. Я уж явно рассчитывал на крупнее размер. Странно как-то. Ну ладно, начало есть все равно. Такой замечательный. Так как я не уверен, что еще поймаю кого-то, поэтому пусть. Просто есть такой шанс, то что я уйду в лес, можно сказать. А с садком как-то ходить, ну такое себе. Смотрите, снова клюет. Блин, цепанулась. Ну давай, давай, давай. Ну, еще. О, теперь окунь. Нифига себе он. Секунд, глазастый. Вот таких, по-моему, глазастых я еще не ловил. Так, такого не грех сфотографироваться для своего телеграм-канала. Ну и контакта.
Подписывайтесь. Полетели. Так. Вопрос. Как вот с этим бороться? Кстати, вопрос вам на засыпку. Как вы цепляете червяка? Делать так, чтобы жало было у вас спрятано или открыто? Напишите комментарий. Вроде придавливает. Да. Да что, босса? Опять окунь. И опять в шахту. Приходится идти, потому что это не дело тоже. Рыбы здесь толкового нет. По крайней мере, клевать не хочет. Ну и сейчас с местным, можно сказать, браконьером пообщался. Так как сейчас похолодало, сколько? Плюс 6, плюс 7. Сегодня плохо поймал. А вчера поймал вообще замечательно. Ну и было вчера теплее. Как говорится, если гора не идет Магомеду, значит Магомед идет к горе. Вот и мы сейчас так же. Просто такие обвалы. Да это даже не обвал, это нора. И вот будем ходить по подобным местам. Вроде тоже перспективная точка. Надо проверять их. Глубина в среднем по реке, ну, наверное, сантиметров 30-40. Вообще немного. Тут уже понемногу начинается царство боброви. Просто видно, как они тут хозяйничают. В таких местах, конечно, идеальная удочка, боковой кивок. Но я особо так и не планировал гулять по реке. А вот здесь уже ураган постарался. Вот довольно перспективная точка. Точно должен кто-то быть. Понятно, походу пузыри какие-то что-то пускает, но не рыба. Да, не хочет клевать. Да и ловить здесь довольно проблематично. Как минимум проблематично. Я думаю, сейчас вернусь и там, я думаю, может перейду чуть в другое место. Нифига себе, а это уже ёрш. Откуда он здесь? Он довольно крупный. И опять где-то там, как вы уже надоели. В общем, мне интересно сейчас ловить на ручье, поэтому переместимся на торфяную карту. В общем, решил я попутно заскочить в лес и глянуть грибы, потому что я помню, по тем годам здесь они были. И вот сейчас оказывается так же. Давай посмотрим. Где они, красавцы? Вот. Вот их я и ждал. Это сморчковая шапочка. Немножко опоздал, конечно, с ними. Но это то, что надо. Вон там так же. Вон еще невкусный комар. Кошмар. И вон так же. Хотя и перед этим я прошелся минут 15, лазил, никого не было. И тут сейчас я нашел полянку. Давай собирать. Они хрупкие довольно. Даже нож не нужен. Вон там еще один. Два. Их тут полно. Блин, если честно, они по вкусу примерно напоминают белые. В общем, намного лучше, чем строчки эти гигантские.
имеется в виду, знаете, может быть, грибы в виде мозгов, которых там песка полно и тому подобие. Так вот это вот настоящее весеннее чудо. Так, где тут еще были? Пам-пам. Так, ладно, вернемся к тем двум. А, их тут даже не два, три. Правда, в крапиве не очень приятно. Но они того стоят. Вон там еще один. В общем, нашел клондайк. Потому что я что-то заметил, действительно их маловато. Вот именно одно местечко и все. Вон еще один. Но это единицы. Где-то должна быть поляна. Вон еще. Тяжело их довольно заметить. И самое главное, не заблудиться, потому что здесь лес такой нормальный. Будем стараться. Какую? Класс. Так, там мои вещи не пропустить. И главное, кстати, быть очень и очень внимательным, потому что змеи могут быть здесь, а их здесь немало. Главное, ни на кого не наступить. О, еще два. Вон, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там также был семь. Я на самом деле счастлив. Реально счастлив. А вон еще спрятались два штучки. А вот, пропустил самый большой. Тут уже царство грибное. И там он еще один. И вон, я просто уже теперь куда ни посмотрю, они везде, просто везде. 24 минуты собирал. Еле очень сложно остановиться, и вон по итогу сколько получилось. Ну, сколько их тут? Полтинник точно, как минимум. И хорошие, и приятные. Мне хватит. Главное вовремя остановиться. В общем, решил я пройти на торфяную карту. Это как бы искусственный водоем. Может, там что-то и будет. Сейчас проверим. В общем, попробуем половить. Может, что-то и будет. Что-то клюнул, так приподнял поплавок и бросил. Смотрите, топит поплавок. Есть. Опа. Карасик, причем золотой. Пузатый-то какой, а. Малютка, но приятно. Одеваем снова червячка. Я уверен, здесь есть хороший карась. Я здесь всего лишь один раз ловил, и то давно очень было. И то ротаны клевали. Здесь получается как? Под берегом идет глубина, а туда дальше начинается уже подъем. И вот в идеале как-то до этого подъема бы добраться. Но у меня лески не хватает закинуть. Блин, мимо.
Походу карась клюет. Во. Это уже покрупнее. Таких уже поприятнее ловить. О, какой! Ладошка. Тактика была верна. Все такой пузатый. Все в икре. Еще. Во. Зачетный. Это, по-моему, еще крупнее. Да. Прям вообще. То, что доктор прописал. Причем я согласен, если будут такие клевать. И так поднял, конечно, поплавок. Блин, не туда кинул. Ну ладно, надеюсь, клюнет кто-то. Ух ты, сразу же клюет. Я только отворачиваюсь, оно клюет. Мимо. И причем закинул довольно далеко. Да, ну сегодня просто очень холодный воздух. Просто кошмар. На самом деле вода теплее. Сейчас хоть ну где-то плюс 7, плюс 6. А вот завтра уже обещают уже морозы. Минус 2. Здравствуйте. Здравствуй. Ну как, делишки? Сколько? 4 карася поймал. А, Виталий, ты? Да. Привет. Здорово. И то, 2 мелких, 2 нормальных. И здесь меня нашли подписчики. Поздоровались, пообщались. В общем, сейчас они будут кормить комби-кормом. Ну, говорят, вообще исправно здесь клевал карась. Именно на червя. Ну, сейчас посмотрим. Наконец-то. Спустя с десяток поклевок. Вот они меня и мучают. Живец. Есть. Далеко, конечно, кинул я. И довольно приятный карась. Кстати, это второй, первого я не записал. И такого же. Вот это лапать. И за год туда. Вот тоже. Слушай, куда он оделся? Попробуй. А, он уже там сидит. Я только закинул. Смотрю, где поплавок? Куда делся? А он там сидит. О, я еще цепанулся. Тоже такой приятный карасик. Кабанчик. Действительно, чаще перекидываешь, и он клюет. А что интересно, ближний вообще не хочет клевать. Что удивительно. Я же говорю, нормально кинул. Причем только сказал, наконец, нормально, да?
Ух, как упирается. Какой сильный. Вот такие лапти. Какой-то у него странный глаз. Ну все, удачная грибалка сегодня. И грибы, и рыба. Вообще, все как мы любим, просто. На самом деле, я уже давно уже так не ловил, если быть крайний раз 2 года назад, чтобы именно были грибы и рыбы. Морщковая шапочка. На самом деле, очень вкусный гриб. Всем рекомендую. Удочка отлично справлялась со своей задачей. Хоть и не сильно крупного размера. Конечно, хотелось бы, чтобы клевали, как я ожидал, по 300, по 400 грамм. Но не всегда бывает. Грибы, называется, все перекрыли. Вот все не заметил, лучше всего клевало на дистанции метров 15. Но, увы, эта удочка у меня особо не получалось кинуть на нужную дистанцию за счет катушки. Ну и отсутствие количества лески. А вот то, что вот Евгений, подписчик, дал мне удочку, буквально сразу же начались поклевки и действительно приятного карася. Надеюсь, вам было интересно. Ставь лайки, подписывайся, комментируй. Всем пока!